Хорошая новость для автомобилистов, оштрафованных на улице 9 мая в Химках. Вернуть деньги стало намного проще. И если раньше нужно было ехать с документами в Одинцово в центр видеофиксации ГИБДД по Московской области или отправлять документы по почте заказным письмом, то теперь пункты по приему заявлений от автомобилистов начали работать в Химках. Беспрецедентного решения удалось добиться благодаря взаимодействию рабочей группы администрации с сотрудниками правоохранительных органов, членами общественных организаций и жителями. Первое, мы запускаем два здесь в Химках мобильных пункта с тем, чтобы уже начали принимать, а дальше мы будем расширять географию, потому что у нас есть еще левый берег и так далее. Помните нашу первую встречу, где я сказал, что мы будем добиваться и сделаем все для того, чтобы автомобилистам, те, которые попали в эту неприятную ситуацию, максимально улучшить те условия, чтобы все принимали, везде слышали. Все документы, заявление на возврат денежных средств, оригинал квитанции, по которой осуществлялся платеж, копия паспорта и реквизиты банка для зачисления средств необходимо привести в отдел ГИБДД на улице Лавочкина, 12А, окно 15, или же в центр помощи при ДТП на улице Молодежной, 10. Добавим, что теперь в рабочую группу вошли еще представители общественной организации «Союз безопасности дорожного движения Московской области». Администрация городского округа Химки, с которой мы активно сотрудничаем, чем в рамках нашей общественной деятельности, обратилась к нам с таким предложением. Мы, безусловно, согласились, посчитали возможным открыть дополнительный офис по приему документов. Новые адреса и помощь в оформлении документов должны обрадовать пострадавших, считает участник рабочей группы автолюбитель Константин Сурнин. Сейчас открываются дополнительные пункты приема заявлений. То есть, в принципе, стало как-то проще, удобнее все это. Информацию передать. Подача пакета документов на возврат денежных средств через сайт ГИБДД РФ пока невозможно. Сейчас этим вопросом занимается рабочая группа администрации городского округа Химки. Все документы, точные адреса, режим работы и другие подробности можно узнать в телеграм-канале группы «Официально развязка Химки. Помощь. Штрафы». В случае возникновения вопросов обратиться можно на электронную почту.